Здравствуйте, ребята. Я вчера выложил видео о том, как я собираю переднюю вилку на велосипед. Ну, как я ставлю на нее подшипники, как я в раму ставил, там руль. Но не в этом дело. Значит, ко мне там подошли, сказали, что я неправильно собрал подшипники на переднюю вилку. Ну, я засомневался, как говорится, давно собирал это дело. Вот. И по интернету походил. Да, действительно, там показано. Не так, как я собирал вилку, а по-другому. Ну, сейчас я вам хочу показать и доказать то, что я собрал правильно вилку. И как нужно правильно собирать. Я не знаю, как современные велосипеды, но на старых велосипедах, имея вот такие вот вещи, вот подшипники, вот эти вот эти обоймы, значит, чашки, как правильно собрать подшипник. Вот смотрите. Вот нижняя часть, значит, подшипников, нижний подшипник, который вставляется, ставится на вилку и вставляется в стакан рамы. Смотрите, здесь имеется вот такая вот обойма. Это внешняя обойма. Смотрите, у нее вот здесь вот есть накат для шариков. Вот он, видите? Такое углубление закругленное. И сюда ставится подшипник. Вот видите он как? Вот он, видите, как стоит здесь? Ровно катится, видите как? Если я поставлю его вот так вот, он вот по этой, о, видите, как он не держится, а так он держится, вот видите, все правильно. Теперь, согласно вот этой чашке, мне претензии предъявили, я сказал, что в чашку надо ставить вот этой плоской частью, ставить сюда вот в чашку, раз, а сюда вот этой обоймой прижимать. Теперь, смотрите, если я поставлю так, как я говорил, смотрите, как вот ставил, здесь никакой щели нету, и все красиво вот крутится, видите как. Теперь давайте поставим так, как мне сказали, что я неправильно поставил. Надо шариками ставить на в эту самую, в чашку. Поставим в чашку сюда. Теперь смотрите, ставим обойму. Какая щель получается, и она вот выпрыгивает. Как она здесь может крутиться? Вот она, видите? Значит, я собрал правильно шариками на обойму и вот этой плоской стороной в эту чашку. Когда я вставляю вот это, шарики немножко распираются, и все красиво работает. Это что касается нижнего подшипника вилки. Теперь смотрим верхний подшипник. То же самое, смотрите. Если я поставлю шариками, вот шариками в чашку, вот так вот, а сюда, где накат есть, сверху, смотрите, какая щель получилась, и оно бегает, видите, что это? Это же неправильно. Я сделал вот так вот, плоской стороной в чашку, а вот этими шариками, вот здесь специально, смотрите, получается здесь вот такая выемка у подшипника, который садится, смотрите как, вот он, видите как сел, вот, и стоит, не выдвигает, а так он что, он бегает, вот, вот так вот правильно, собирать, и в чашку ставит, вот она, раз, и все красиво крутится, видите как. Так что я собрал переднюю вилку правильно. Вот так вот правильно собирать, как я собрал, как показал. Вот вам два подшипника, нижний и верхний, доказывают то, что я собрал правильно. Вот оно. Вот еще раз показываю, если как говорить, чашку. Это не то, не та чашка. Вот все. Еще раз, чтобы убедились. Вот. О, все, сел, его попробовать сдвинуть. Он крутится, вот. Также здесь точно самое. Смотрите, крутится. Почему я повторяю, еще раз повторяю, показываю. Он, видите, как мертво стоит. А если я поставлю так, все. Так что, ребята, я все сделал правильно. И делайте так, как я. А вас всех благодарю за внимание. Удачи. Смотрите, будем собирать дальше велосипед, старый велосипед. И я там буду показывать, как я собираю. А про вот это есть, значит, это когда собираешь каретку, там немножко по-другому. Благодарю всех за внимание. Два подшипника, собранных правильно. До свидания.